Уважаемые друзья, мы с Ольгой Ефимовной побывали на Донбассе много раз, еще начиная с 2017 года. Первый раз ехали по линии общественной палаты Рязанской области, а потом решали там многочисленные задачи. Мы видели обстановку там, которая происходила на Донбассе, побывали и на передовой, общались с людьми Донбасса. Я от этого оставалось очень много впечатлений, хотелось чем-то помочь, кроме тех задач, которые мы решали. И приезжая оттуда, вот под этими впечатлениями, у нас рождались песни. Этих песен уже три сборника. Последний сборник был издан Денисом Владимировичем Пушилиным в конце прошлого года. И была большая презентация в Донецке. И вот одна из песен, которые разучили и исполняет замечательный ансамбль «Михайловских казаков», посвящена Александру Владимировичу Захарченко. Это первому руководителю Донецкой Народной Республики. В первые приезды мы еще застали его живым, действующим. Это чрезвычайно энергичный человек, необыкновенно популярный там, в Донбассе. Его любили за простоту, за прямоту, за честность своих действий. Вот он, допустим, приходил на рынок, доставал Стечкина пистолет, клал его на весы, и он говорил: я до грамма знаю вес своего пистолета с патронами. Если весы отклонялись этого человека, значит, сразу в кутузку, недельку посидеть, одуматься. Поэтому он наводил идеальный порядок. Город, который жил под обстрелами каждый день. Вот мы там были, ночью обязательно обстрелы, грохотало. Так вот, утром, он говорил так: стою сутки, чтобы, если окна разбиты, забить фанерой. Если где-то воронки заделаны, идеальной чистоты. Позывной у Захарченко был «Батя». Он был из казацкого рода. Он говорил: у меня там, в потомках, 7 человек, это герои Советского Союза и георгиевские кавалеры. Они меня подпирают, я не могу по-другому поступать. Поэтому мы написали казачью песню «Наш донецкий батя». Эти песни исполняются и республиканской филармонией, и творческими коллективами ДНР и ЛНР. Но больше всего мы гордимся, что наши песни приняли в свой репертуар наши дорогие михайловские казаки. Наш город... Давайте еще раз скажем. Героический город, город воинской доблести Михайлов, который назван в честь архангела Михаила, покровителя всех воюющих людей, нашего славного казачества, гордится своим ансамблем, как и вся Рязанская область. Наш ансамбль побывал и в Донецкой, и в Луганской народных республиках, и во многих регионах России, и везде их принимают с огромной любовью. Но у песни, которая сейчас прозвучит, есть еще и своя история. Конечно, Александр Владимирович Захарченко – это легенда российского казачества. Когда он был убит в результате террористического акта со стороны укрофашистского киевского режима, это стало страшной трагедией для всего Донбасса, для всех людей, кто знал его или слышал о нем. Потому что его род восходил еще к легендарному атаману Платову, и он очень гордился своей причастностью к казачьему роду. Но когда Донецк прощался с ним, то на его гроб положили десантное знамя. И это для нас, рязанцев, было особым знаком родства, дружбы, братства Рязанской земли и Донецкой. Конечно же, вот то потрясение, которое мы испытали тогда, оно и послужило импульсом к песне, в которой есть такие слова: «Тучи над Донбассом заслонили свет. Ведь того, кто спас нас, больше с нами нет. Верили, не выдаст, знали, не предаст. От зверей нацистов защитит Донбасс». Слов пустых не тратя, бился до конца. Звали его батя, чтили, как отца. Он погиб, когда ему было 40 с небольшим лет, а в его отрядах были
очень такие матерые, пожилые казаки, ополченцы, которые еще прошли через Афган, но все равно они все звали его батей. Смелым и горячим был наш командир, и свой род казачий он не посрамил. Нелюдям проклятие, Бог их не простит, наш донецкий батя с нами победит. Вы знаете, премьера этой песни состоялась спустя 3 месяца после героической и трагической гибели Александра Владимировича. 9 декабря 2018 года на площадке Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. Это день героев России. 9 декабря мы ежегодно его отмечаем. И тогда наши казачки подошли ко мне и сказали: «Вы знаете, у вас слишком там жесткие слова. Нелюдям проклятие, Бог им отомстит». Но это не по-нашему, не по-православному. Давайте мы споем «Бог им не простит». Этого достаточно, чтобы они всегда оказались вне Божьего покровительства. И действительно, все организаторы этого страшного теракта нашли свою позорную и бесславную смерть. Но есть еще одна прекрасная легенда, связанная с этой песней. Когда наши казачки выступили в доме имени Кирова под Донецком, это был трудный день, когда они выступали на других площадках, везде их принимали с любовью. И вечером они пришли подкрепиться в гостиничный буфет. Увидели там мрачного генерала, который в одиночестве размышлял о чем-то. Еще ведь до вступления наших республик в состав России было долго. И все еще Минские соглашения, в результат которых Александр Владимирович не верил, все еще они висели над нами этим мороком. Да? Александр Владимирович, кстати сказать, выступал за то, чтобы тогда еще, в 2014-2015 годах, взять Мариуполь, и не было бы тогда такого кровопролития. Именно за это в некоторых кругах его не очень долюбливали, за его именно вот такой горячий, жесткий, бескомпромиссный, по-настоящему казачий характер. И это отразилось немножко на общей атмосфере. И вдруг наши казачки приезжают и поют песню об Александре Владимировиче Захарченко. И генерал говорит: «Вы, ребята, откуда? Из Рязани». «Да», – оживился он, – «так не те ли это казачки, которые сегодня потрясли тут всех, Донбасс, Донецк гудит, говорят, приехали какие-то рязанские казачки и спели песню о Захарченко?» Да все, кто снял на телефон, передали это, переслали друг другу. «Весь Донецк поет вместе с вами эту песню. Можете спеть сейчас?» «Можем», – сказали наши казачки. «Спели?» И он сказал: «Вы знаете, я давно уже не испытывал такой радости, ведь он был моим большим другом, и мне его так не хватает. Садитесь вместе со мной, я угощу вас, помянем нашего героя». Вот из таких легенд о наших рязанских, дорогих нам героях, казаках, михайловских казаках и казаках, да, правильное ударение, допускавшееся в XIX веке на том и другом слоге, в Донецке, на Донбассе знают, потому что это настоящие русские герои. А вот в той песне об истории рязанского казачества абсолютная правда, потому что даже ученые-историки доказывают, что история российского казачества началась не с Дона, а более 500 лет назад с нашей рязанской засечной черты. Будем гордиться этим и будем вместе с нашими дорогими казаками радоваться тому потрясающему витамину радости, счастья, которое вы нам подарили, дорогие друзья. Такой приток духовных и физических сил, энергии в наше трудное время жизненно необходим. От имени Общественной палаты Российской Федерации, членом которой являюсь, от имени Общественной палаты Рязанской области, от Военно-исторического совета России сердечная вам благодарность и поклон. От женщины и казачки по своим... Спасибо. И хочу добавить, вот мы и в Донецке, в Луганске, в Горловке проводили очень много творческих встреч.
И вот, что самое интересное, когда начинали исполняться вот эта песня, вот, ну, мы уж там в записи привозили, то самое интересное, где-то на втором куплете, представляете, вот весь зал, иногда залы большие, весь зал вставал, вот они настолько они почитают Захарченко, хотя вот прошло уже сейчас вот энное количество лет после его гибели, что, ну просто я говорю, мурашки идут по спине, мурашки идут по спине. Ну что ж, песню ждем. Горького, с ней вы можете там познакомиться. Кроме того, это информация о спасательных устройствах, которые есть в этой книге, есть на сайте Главного управления МЧС в разделе «Рекомендации населению». Все, кто посещает водоемы в летнее и зимнее время, могут спасти себе жизнь, если они сделают простейшие спасательное устройство, которое описывается в этой книге. Даже те, кто просто идет купаться. Спасибо всем. Какие
для общей фотографии на сцене. Кстати, представлю, для вас выступали Федор Федорович Петлов, старейшина. Александр Воронин, художественный руководитель коллектива. Владимир Валерьевич. Владимир Валерьевич. Сергей Васильевич Журин. Так, нет. Люба! Люба! Да, Проходцов Виктор. Самошин Сергей. Олег Титов. И Шин Владимир.